Семейная встреча закончилась двумя ножевыми ударами. История эта развернулась в Спасском районе. У сына начался отпуск, и он приехал к своим родственникам. Планы на отдых были большие – починить крышу родительского дома. По приезду семья отправилась делать шашлыки, позвали на праздник соседей. Естественно, за встречу выпили. Отец семейства принял на грудь побольше, сын – чисто символически. После этого между ними разгорелся конфликт. Причиной стала политика. В порыве спора отец достал нож и нанес сыну два удара. Еще раз продемонстрируйте, пожалуйста. Вот так. Дальше что происходило? Дальше он начал падать, и он стал придерживать. Нож у отца отобрал жена. Как тот потом расскажет, во время следственного эксперимента он сидел рядом с сыном и зажимал ему рану до приезда скорой помощи. Однако помочь ему не смогли. Скончался от большой кровопотери. Теперь дело передано в суд. По результатам расследования обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105. И после выполнения определенных процессуальных требований уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящий момент ведется судебное следствие, которое находится на окончательном этапе расследования. Во время допроса подсудимый рассказал, что сын всегда ему помогал, да и отношения между родственниками были хорошие. Теперь в содеянном раскаивается. Всему виной был алкоголь. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».